В Лузахском районе на водопаде Табот гид разбился насмерть. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что молодой человек оступился и поскользнулся. От полученных травм он скончался на месте. Спасатели Шамильской МЧС подняли тело мужчины из обрыва и передали родственникам. Отмечу, что высота водопада Табот, одного из самых высоких на Северном Кавказе, составляет около 70 метров.